Об аргонавтах древнее предание живет в веках. В нем сказ о том, как Ясон и лучшие сыны Эллады отправились к брегам Колхиды древней, далекой Грузии, за золотым руном. О, почему крылатую ладью лазурные шибаяся утесы в Колхиду пропустили? И зачем колхидская царевна Ясона безумной страстью роковою полюбила? Она с Ясоном брата своего Апсирта умертвила, добыть руно пришельцу помогла. С богатую добычей Фессалию вернулись аргонавты, и Медея была Ясону верной женой. Но быстротечным оказалось счастье. Ясон детей супругою в обмен на новое отдать решился ложе. Жениться на Креусе он намерен. Оскорблена Медея. Несчастье открыло цену ей утраченной отчизны. Злоба, месть в душе Медеи пламенем пылают. Подарок шлет соперница Медея. Пропитан ядом алый шелк накидки. В ней смерть. Но месть царевны Колхов безгранично. Она себя карает и Ясона страшной карой. А там пускай ярмо изгнания, клеймо детоубийства, безбожие позор. Thank you.
Thank you.
Thank you.
реки священные вспять потекли. Правда осталась, но тали. Горные выси коснулись земли, имя богов попирая в пыли. Коварству нет больше предел. Стыдливости та улетела на небо и славной земли. Многое Зевс на Олимпе решает, но многое боги дают сверх надежды, и то не приходят, чего ожидали, и новому путь открывает бессмертный. Такие исходы и в жизни бывают.